девочки, всем большой привет, добро пожаловать на канал Иринка Мискик. Большое спасибо, что вы зашли ко мне. Меня зовут Ирина, и сегодня у меня будет обзор покупок из магазина Fix Price. Я очень давно не была в этом магазине, и буквально вот только что с него вернулась и хотела с вами поделиться своими покупками. Если же вам, конечно, интересны такого рода бюджетные покупки, тогда я, конечно, вас приглашаю к просмотру. Для меня вообще актуальность каких-то бюджетных покупок всегда, ну, знаете, так, они мне интересны, потому что какие-то вещи, которые, допустим, то, что я сейчас буду вам показывать для ребенка, в обычных даже канцелярских магазинах оно стоит в разы дороже. А так как это расходный материал, не хочется как-то, знаете, переплачивать. У меня вот здесь вот буквально справа розетка, я надеюсь, она никого не будет смущать. Постараюсь. Кстати, кому видео будет длинное и кто любит такого рода видео, наливайте себе кружечку чая, кофе. Я себе налила кофе, буду вместе пить кофе с вами и показывать то, что я купила. Первое, что, собственно говоря, я покажу вам, что я купила, это были вот такие вот кисточки, Арком они называются, для рисования. Здесь их 5 штук, 4 кисти для рисования из натурального волоса пони и козы, одна кисть из щетины. И щетины для клея. Вместе с вами сейчас попробую, что это за кисти. Очень интересно, потому что, к примеру, пони, они очень, этот ворс очень мягкий. Может быть, я у Кирилла сопру какую-нибудь кисточку, мне какая-нибудь может понравиться. Кисти, кстати, они выполнены из дерева. И я знаю, что в магазине мы с Кириллом покупали, по-моему, вот такую вот кисточку из козы. Она была в магазине «Магнит Косметика», и она стоила не меньше, по-моему, 17 рублей, а здесь целый набор за 50 рублей, так что очень даже здорово. Кстати, вот эта вот кисточка из пони номер 4, она очень мягкая, я думаю, даже можно будет попробовать, поэкспериментировать, может быть, я даже что-нибудь с ней придумаю делать. Вот это вот у нас идет козочка, тоже, кстати, такая она, но она такая колючая. И, ну, кстати, хорошие кисти, они не лезут, очень даже хорошо подстрижены. Прикольные кисти. Вот это, наверное, вот из пони я у Кирилла сопру себе. Может быть, что-нибудь научусь ей делать. Может быть, хайлайтер буду наносить. Так как я в поиске сейчас себе маленькой кисточки для хайлайтера. Классная вещь. И, возможно, я забегу еще куплю Кириллу такие кисточки, потому что на самом деле очень бюджетно. Следующее, что мы с ним взяли, это были вот такие вот краски, акварель. У меня Кирилл, не скажу, что очень сильно любит рисовать, и он какой-то, он у меня уже юное дарование художник, но вот именно кисти и краски для него они более близки. Это у нас идет фирма Луч, акварель медовая, обычная, кстати, абсолютно обычная. Я такие в Магнит Косметик видела за, по-моему, больше 100 рублей они стояли, а здесь очень, кстати, хорошие краски, и они абсолютно не пахнут суточкой. Кстати, Кирилл сам обратил даже внимание на вот эту вот упаковочку. Он сказал: мам, смотри, тут мама и ребеночек, давай возьмем. И стрекоза нарисована. Очень мило, очень здорово и очень недорого. Это очень даже хорошо. Следующее, что хочу показать, это для нас будет впервые. То, что мы взяли, это у нас идут декоративные маркеры кисти. Они уже стоили 55 рублей. В общем, здесь кисточки, маркеры, и на конце у них идет кисть. Так как, я еще раз говорю, у нас Кирилл, в принципе, ему нравится рисовать именно красками, поэтому мы ему решили взять вот такие вот фломастеры с кисточкой. Открывать я при вас, наверное, не буду, потому что у меня Кирюха очень сильно любит сам открывать, разрывать упаковку, но цвета очень даже неплохие, я могу сказать, за 55 рублей, либо дорого. Еще мы, кстати, взяли ему для того, чтобы красить, ну, обычный, как же он называется, стакан-непроливайка на две водички, пластик ничем не пахнет, очень герметично закрывается, стоило это 16,50, я думаю, блин, очень даже классная цена, и опять повторюсь, в канцелярском магазине я видела за большую стоимость, очень выгодная покупка для детей, в детский сад, в школу, вот, вообще, круто. Так, следующее, что я купила, так, я купила еще, так, девочки, подождите, я купила еще вот такой вот калькулятор. И калькулятор у нас, он стоил 99 рублей. Вообще его захотел взять супруг.
себе такой калькулятор ему, он сказал, что почему нет, дома пригодится очень даже, как бы, да, хотя сейчас везде в телефонах есть калькулятор, но у меня муж сказал, надо дома взять калькулятор, пусть будет. Взяли 99 рублей, он работает, кнопки у него вполне удобные, здесь также вставляется батареечка, ну, абсолютно работающая на батарейках, и здесь солнечная батарейка. Хорошие, ничем не пахнущий, нормальный, в принципе, калькулятор. Мне кажется, цена 99 на калькулятор, это вот, ну, мега бюджетно. Хотя, врать не буду, я в канцелярских магазинах вообще не наблюдала, сколько стоят такие вещи. Так что, ну, в принципе, в хозяйстве пригодится больше 500 рублей. У меня муж просто на заднем фоне, он мне показывает, больше 500 рублей калькулятор стоит. Так вот для чего он взял калькулятор домой, сэкономил бюджет. Молодец, умница. Так, следующее, что я взяла из канцелярии, это, знаете, это 1 510 000 уже блокнот. Вот, девчонки, вот пишите, кто вот такой же, как и я, постоянно хапает для чего-то блокноты фикс прайс. У меня уже коллекция их, но я все равно их беру. Первый блокнот, он выполнен не в типичной для меня расцветке. Я бы сказала даже, что она мне никогда не нравилась, но вот пошла, и почему-то она меня цепанула, мне показалось то, что она очень будет классно смотреться, как в сумочке, она не кричащая, она такая, знаете, умеренная, простая, вот такая обычная какая-то расцветочка. Но внутри, девчонки, если вы еще не были в магазине Fix Price, и вы ищете себе какой-то на каждый день блокнот, обратите вот на вот эти вот блокноты, вы посмотрите, видели? То есть тут полностью можно расписать свой день. Прикольно в том, что можно поставить свое настроение, какое у вас, фраза дня, полностью режим и какие-то текущие вопросы, которые вам нужно решить. Это у меня уже второй блокнот. И могу сказать то, что вот это реально классный блокнот, который, ну вот мне очень сильно нравится. Он очень удобен в обиходе. То есть здесь все полностью. То есть он никак даже не пронумерован. Вы можете его свободно вести. Мне даже для работы очень удобен будет. Вот, серьезно, классный блокнот за 77 рублей. И вот минус, кстати, в магазинах Fix Price в том, что вот эти вот наклейки, они клеят так, что их потом фиг отдерешь. Но мне повезло, кстати, оторвала сразу же. И сзади, если ищите без вот этой наклеечки, потому что сзади тоже пронумерована цена, так что зачем они клеят, я так понять не могу. Следующий блокнот, ну это просто сказка, это вот... Посмотрите, какой он красивый. Вот, ну, посмотрите, он такой девичий-девичий. Ежедневник, такой вот крутой просто. А внутри, кстати, это ежедневник, женский ежедневник был написан на других, а здесь просто написано ежедневник, и мне он понравился. Здесь очень, кстати, неплохие листочки, они достаточно все такие упругие. Все очень мило выполнено. Сейчас мы с вами посмотрим. Первая страница идет у нас вот так вот. Здесь полностью вся справочная информация о тебе. И этот блокнот, ежедневник, он у нас идет до 2019 года. Здесь идет справочная информация. То есть вы можете справочная информация, здесь информация дни рождения. Для меня, для забывалкина, это вообще вот мега вещь, потому что я всегда забываю поздравить своих родственников, либо друзей в их день рождения. Да, это вот мой огромный косяк и минус, потому что, ну, бывает так, что вот вчера, к примеру, для меня было абсолютно другое число. Ну, как-то вот вылетаю я из времени, да, вот такой вот я пространственный человек. И здесь у меня, получается, стоят здесь информация знаков зодиака, и можно проставить просто дни рождения ваших родственников и друзей, и вы всегда будете в курсе, и ничего вы не забудете. Дальше идет у нас деньги, 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 телефоны близких, это очень даже неплохо, семья, дни рождения, красота. Красота, мне кажется, это вот какие-то процедуры стоят. Ну, правда, классный блокнот. Сейчас, кстати, с вами попытаюсь вот эту вот наклеечку оторвать, может быть, даже тоже так же благополучно оторву. Очень сильно хочется. Оторвала, все здорово. Зря наговаривала на фикс прайс. Неплохо отрываются наклейки, но вот мне в этот раз повезло. Надеюсь, вам тоже будет вести, когда вы будете отрывать. Так, надо как-то брать. Следующее, кстати, что мы взяли, но это была покупка уже совершена достаточно давненько. Это была вот такая вот игрушка, игра «Деревянная башня». Она уже вся у нас потрепанная, потому что, вот не знаю почему, но нас она дома просто подзацепила, и какой-то азарт возникает. Вроде бы ерунда какая-то, ну вот мы так соберем, и так никто из нас выиграть не хочет, но кто-то, когда проигрывает, сразу становится грустно. Но это правда классная семейная игра, она состоит из вот таких вот
как назвать, брусочки, да, это деревянные брусочки из сосны сделаны, и просто башенка, которую вы собираете, вытягиваете по одной штучке, стоила 90 рублей, классный подарок, классное занятие дома, чтобы это было, даже когда придут друзья, можно с ними весело провести время и непринужденно, хорошая вещь, нам очень сильно понравилась, ну и когда мы не играем в эту башенку, у нас Кирилл спокойно строит домик. Вот так вот. Следующее, что мы взяли, это был вот такой вот ролик. Я не люблю ролики вот эти вот для чистки одежды вообще никакой фирмы, кроме фирмы IKEA. Вот мне нравятся икеевские тем, что они хорошо работают, хорошо сделаны, есть сменные блоки. Этот мы взяли, потому что у нас закончился икеевский, надо было уже срочно чистить одежду. У нас дома кот, как вы знаете, как я уже говорила не один раз. И вот, ну вот сейчас идет период весны, когда у котов идет смена шерстки. И хоть мы его вычесываем, не вычесываем, на одежде иногда остаются какие-то волоски. Меня это дико раздражает, и мы решили взять вот этот, фирма Home Collection, для чистки одежды, 64 листа, 9 метров. Не знаю, может быть хорошая, может нет. Сейчас с вами, кстати, тоже так же открою. Да что ж такое, далеко мне все. Так, сейчас мы с вами откроем. Открою же я. Та-да-да-да. Ну, кстати, да. Такое обычное, липкое. В принципе, липкое, неплохое. Пахнет, кстати, какой-то резиной. Ну ладно, это у нас не кушать, а просто. Следующее, что мы взяли, и я просто, когда зашла в магазин, я схватила две штуки. Я, наверное, пойду еще раз в магазин Фикс Прайс, и я куплю себе еще пару штук, потому что мне реально нравится вот этот вот фэри. Мне, конечно, нравится больше запах яблочка зеленого, но за неимением короля можно и дворника поставить. Наверное, это я вырежу. В общем, зачем я это сказала? В общем, не было яблочка, мы взяли с лимончиком. И да, фэри очень, вот этот вот, именно вот в этой старой упаковке фэри мне очень сильно нравится. Стоил 55 рублей, и это очень-очень экономично на сегодняшний день. Я его искала везде, где только можно, я смотрела в магазинах обычных, простых, их он не встречается, данный фэри, а вот в новой обновленной упаковке мне не нравится. Следующее средство, которое я взяла впервые, и я взяла Чистин, потому что в магазине Магнит Косметик, в общем, тот санфор, который мне нравится, он стоит уже 100 рублей. И знаете, вот я как вот еврей, наверное, у меня прям вот реально задушила жаба, потому что что-то я сказала, я пойду в Фикс Прайс и куплю там его, этот санфор, его там не было, я взяла, я знаю, что многие девочки, которых я смотрю, блогеров, они тоже берут себе такой Чистин, и в принципе они его хвалили, ну и не знаю, теперь я попробую, обязательно расскажу, в пустых баночках стоил 50 рублей, здесь его объем 750 миллилитров, написано то, что можно вообще все и мыть, от, простите, от унитаза до мытья полов сделать, помыть, содержит активный хлор, ну посмотрим, для унитаза, я думаю, в принципе, пойдет. Следующее, что я взяла, это была вот такая вот зажигалочка. К сожалению, не было зажигалки, которая мне нравится. Вот с таким вот, где вот не вот такая зажигалка, а вот с таким вот колечком она здесь идет. То есть, как бы с перчиками. Если вы ходите в магазин Fix Price, вы понимаете, о какой зажигалке я говорю. Взяла вот эту зажигалку, но в принципе, она горит. Почему мне не понравилась эта зажигалка, и я ее взяла? Потому что, во-первых, я не люблю спички, и у нас именно газовая плита, которую надо поджигать. А вот это мне не нравится тем, что у меня бывает момент готовки того, что у меня, я когда начинаю поджигать, соскальзывает пальчик, и как-то неудобно, но вот так вот мне. Мне надо, чтобы максимально всегда все было удобно и комфортно при использовании. Буду, конечно, пользоваться. Цена у нее была, по-моему, 50 рублей, да? Муж, 50 рублей была. 50 рублей стоила, так что будем пользоваться. И следующее осталось, это просто огромнейшее количество салфеток. Первое, что я взяла, это мои любимые салфетки антибактериальные с 80 листов Котте. Обожаю, мне нравятся эти влажные салфетки тем, что они в меру напитаны, они нормального размера, они хорошо очищают, они не вызывают никакого аллергии и зуда, то есть, ну, правда, очень хорошие за свою цену салфетки, стоят они, по-моему, 50 либо 55 рублей, 50 рублей они стоят, очень бюджетно, очень экономично и очень хорошее качество. Следующее, что я взяла, это были тоже Котте, но это уже для сумочки Sensitive,
А, нет, софт-кары, это вот розовенькие такие я взяла, голубенькие почему-то я не взяла, взяла все розовенькие для себя. Такие вот салфеточки, 5 штук, одна упаковка стоит 10 рублей, на сегодняшний день это тоже самые бюджетные салфетки, поэтому я их взяла. А, следующее, тоже бесспорный мой фаворит, я это говорю уже, наверное, на протяжении с того момента, как я веду свой канал, о том, что мне безумно понравились и нравятся вот эти вот влажные салфетки, бытовые, универсальные, с натуральными эфирными маслами цитрусовых, где 72 штуки для бытовых уборов, очень нравятся, девчонки, вот сколько, мне кажется, я веду свой канал, столько я вторю вам о том, что я в восторге от данного продукта. Если вы еще не пробовали, если у вас как-то вы проходили мимо и считаете, что это напрасная трата времени, потратьте один раз 50 рублей, и вы поймете, что насколько они упрощают жизнь. Даже элементарно что-то где-то потереть жирное, какие-то даже протереть микроволновку. Вот, девчонки, классно, вообще не оставляет никаких разводов. А если у вас какие-то поверхности, они сделаны, даже, мне кажется, керамическая плита, ей очень здорово ее просто почистить. Ну, классно, реально, хорошие салфетки за свою стоимость. И это фирма Vestar. Я знаю, что помимо фикс-прайса они еще где-то продаются. И напоследок, я как-нибудь, девочки, сниму видео о покупках продуктов из магазина фикс-прайс. Я уже даже, у меня есть определенный, не то чтобы фавориты, особое мнение. Точнее, то мнение, которое у меня сложилось о продуктах из магазина фикс-прайс. Так что ждите, скоро обязательно сниму данное видео. И напоследок, что я взяла, по 25 рублей мы взяли 2 сникерса. И я и мой супруг любим сникерсы. И в магазине фикс-прайс, когда я увидела, что они представлены, я решила, что по 25 рублей нужно их попробовать. Я спросила у продавца, это действительно шоколад сникерс, отличается он как-то от того сникерса, который стоит в обычных розничных магазинах. Впервые, девчонки, это просто сенсация, впервые в магазине Fix Price мне сказали, что абсолютно весь товар у них сертифицирован, и все есть, на каждый товар есть лицензия, то есть нет никаких подделок, все вот прям качественный, хороший товар. Так что это единственный продавец, который мне сказал о том, что у них сертифицированный абсолютно весь товар, или лицензионный, мне даже сказал так. Ну, будем надеяться и верить, то, что это действительно тот сникерс, но за более бюджетную стоимость. Девочки, вот вроде бы все мои немногочисленные покупки, но именно то, что мне понравилось, я решила с вами поделиться. Надеюсь, вам со мной было интересно и полезно. Если вы досмотрели это видео до конца, то вы большие молодцы. Если вам было со мной интересно, конечно же, подписывайтесь на мой канал. А если вы на меня подписаны и вам по какой-то причине не приходят уведомления, тогда там, где кнопочка подписаться, либо здесь, будет колокольчик, вы на него кликаете. И берегите себя и своих близких. Я желаю вам хорошего настроения. С вами была ваша Ира. Увидимся в скором будущем в новом видео. До новых видео. Всем пока-пока.